Так, друзья, всем привет, с вами Михаил и Живая Сталь, я в магазине, пошоплюсь немножко, потому что в онлайне меня просто выносят, и я вот заметил, со скачкой контента тут возросло, ну как вам сказать, было все, допустим, сила удара, скорость удара там 10 максимум, а сейчас, смотрите, 12 и выше, это круто, вот. Запомним, шестая, неплохо, хотя остальные так, фигня, перегрузка, фигня. Шестая. У нее даже рейтинг. Какой у меня рейтинг сейчас? Да, на 400 возрастает. Отлично. Купим. Денег пока хватает. Да, поставим. Вот. Потом. Материночку. Я думаю, сейчас будет много нового. Атака. Так. Давай, порадуй меня. О! 22. Ну-ка. А, нет, ну смотрите. Resilience. Это у нас лечение какое-то, да, наверное? Атака. Атака повышается, кстати. Punch. Скорость удара на одну понижается, да? Power change. Это у меня энергия, в общем, связано что-то. Defend, по-моему, на до фигня она повышается. Engine вес. Так, в общем, а что у нас на 200 с копейками, да? Ой, на 100 с копейками рейтинг повышается, но уже вперед. Так. Это равноценный, может это вот это и есть даже. Па-бам. Ничего хорошего больше нет, я так понял, да? Обманщики. Ну, в принципе... Скорость удара пожертвуем одной. Ну и power change. Change. Сделаем это. ENG, я не знаю, что это такое, но прирост хороший, надо узнать. Атака, это мы знаем. DFN, я даже не знаю. Тут была какая-то статистика, знаете, я бы хотя бы... Пофигу. Давайте возьмем. Поставим. А там уже видно будет. Теперь. Так. Смотрите, Power Recovery. GMA. Это, скорее всего, знаете, на что идет в основном? Энергия восстановления. Что там? Рейтинг падает даже, да? Ладно. Энергия и восстановление. В основном на это. Но иногда... Вот я заметил у того робота, Т-800, у него восстановление очень медленно идет. Даже не само восстановление, а когда загружаете вы, делаете, нажимаете на нолик, да, у него загружается, и какая-то пауза возникает, а время-то идет. Ой, так смотрите, тут немного, да, у нас? Угу. Хреново. Хреново. В общем, тут просто жертвуем чем-то и все. Это что такое? Да. К сожалению. Попробуем с этим что-нибудь интересное. Видите, уже все. 11, 12 не было такого. Но это круто, конечно. Они уже сразу все напокупали себе там. Денег еще вбухали, наверное. Так.
всем. Ну-ка. Жизни на немножко падают. ДФН на немножко повышается. Вот дэмэдж рековери мне не очень нравится, если честно. Она очень сильно падает, 3 единицы. Это я могу поплатиться. А сколько у нас? А фигня. Рейтинг-то растет. Фигня. Давай. Что-нибудь интересное я. Сегодня, наверное, даже на бой времени хватит. Будем шопиться. Все, что ли? Да. Руки. Оу. Это что такое, ну-ка? Ой. Что это такое? Я что-то не понял. Классика. Это мы сортируем, что ли? Не. Так, смотрим. Оп. А, тело это я почему-то... Ох, круто выглядит, кстати. Просто круто. Блин, завидую только. Респект. Так, смотрим. Жизни меньше. А что у нас увеличивается-то? Энергия. Понял. Мы просто меняем... Или нет? Он подобный, что ли, нашел, но только вид другой. Вот это лягушоночек, друзья. Нет. Фигня. Некрасиво. Вот это красиво. Так. Подождите. Оу. Как у тебя рейтинг-то растет, я не понял. Мобильность падает. Мобильность тоже не вариант. Давайте, может еще... Оу, е. Так. Ну ты урод. Подождите. Все равно урод. То есть... одна сила, просто он меняет корпус. Ну вот это уже поинтереснее выглядит. Как бы под этот скелет. Вот. Так, я не понял. А где у меня? Или вообще он, получается, прыгает как-то? Опа! Друган, ты некрасивый. Просто урод. Ну-ка. Нифига. Как бы так. Давай. Нифига. Так, в общем, что-то я запутался, если честно. Во, опять. А подождите, а как мы того-то подбирали? Прикольного. Нет. Тегма. Тегма бади. И он. Ну-ка. Тегма бади номер 4. Ну-ка зайдем сейчас. И сделаем вот так вот, да? И найдем вот эту тегма. Тегма бади. Ладно, давайте сначала, а то что-то я... Сейчас. Так, ты урод. Во, круто. Ну, короче, скелет не очень, да? Не, мне все равно интересно тегма бади найти. Я пока... А, вот. Тегма бади. В общем, тут просто происходит это. Раскидон.
Теперь снова. Поехали. Фигня. Оу, нифига. Вот это, конечно, классная штука. Но, мать его, ты такой страшный. Блин. Ё-моё. Ты тоже? Урод еще тот. Тоже страшный. Чё у тебя растет-то вообще? А, и Silence. Неплохо. Жизни. Ну, в принципе, да. Здесь что? Ну. Вот она. Ну, скажите, вот классно, да? Офигительно выглядит, в общем. Даже слов нету. Уменьшается немножко жизня. Так, Тегма Бади. Может, ты еще где-нибудь есть похожий, только помощнее. Кстати, смотрите. Одинаково врачи практически. О, урод. Дальше. Resilience. Восстановление, видимо. Увеличивает легко тут все. Остальное это как бы плохо. Тетрабади, ну-ка. Фигня. Просто я вспомнил. Так, что-то было, нет? Просто, знаете, на большом телеке надо следить еще за всем. Глаза разбегаются от одной точки. Не такой уж большой, но все же. Плюс еще, когда записываешь, как-то сфокусироваться не получает. Ну, в общем, я выбрал, друзья. Так, ну нет, ну конечно же не это. Конечно, он... Где тут? А где тут было? Было 2900. Рейтинг, вот он. А можно же, да? Нет. Менять, чтобы был этот костюм именно. Нифига, да? Ага. Нет, ты реально страшный. Где тут? Тегма Бади. О, не то, да? Нам вообще надо Тегма Бади 5. Правильно? Ну-ка. Ух, крутой. Ну, мне нравится. Вставляем. Что у нас тут перерост произошел? Не пишут? Руки? Руки же, да? Блин. Оп. Вот это косяки. Нет. Все говно, блин. Хотя, знаете, я смотрю на рейтинг боевой. И мой взгляд немножко... Потом посмотрю на показатели, если рейтинг не найду. Фигня. Фигня. Точно. В общем, так как-то. Теперь смотрим. По показателям. Бам-барам-барам-бам-бам. Офигеть. У меня самые лучшие руки. Нет. В общем, валим отсюда. Кулаки.
Ага, это, наверное, мои, да? Ага. Так оно и есть. Смотрите, ну вообще... Одна задница. Атака. Такой прирост бы атаки большой. Большой, большой, большой. И все. Походу мы приехали тут. Все, да. К сожалению, друзья, скулачи. Оу, оу. Так. А что у него уходит? Скорость удара, ну-ка, ну-ка, ну-ка. А рейтинг-то падает, да, на немножко? Ну пофигу. Зато смотрите. Лапища-то какая. Уродливая, кстати. Такой, таким кулаком-то еще надо вмазать. Но, да. Взять его, не взять на две лапы. А там посмотреть, как будет, смотрите. Ну, конечно, не смотрится. Что-нибудь... Ё-моё. 8 уже, да? Где тут по 100 тысяч-то? Проехали. Ты, блин, даешь, в общем. Ну, в принципе, это показатели серьезные на 200. Еще на две руки. Ох, я буду крутой. А у нас денег-то практически нет. Оу, oh, yeah. Пошли зарабатывать бабло. Баблинское. Так, а где у меня тут деньги написаны? Я вот честно, я не вижу. Ну ладно. Посмотрим еще. Леггинсы, леггинс. Это на скорость, скорее всего, да? Какое на движение. Все перевес, 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 перевес. Недовес, перевес. Офигеть. Ну. О. Вес можно больше класть, класть. Как вы выглядите? А, накладки, да? Боевой рейтинг сразу. Бабац. Мобильность падает. Мобильность нам не нужна. В общем, вот так как-то. Одного бойца мы заправили. Но он выглядит круто, если не считать кулаков. Честно. Мое мнение такое. Давайте сейчас попробуем, сколько там по времени уже. Может, полчаса где-то играем. Да, 20 минут. Попробую бой. Один. Давай, давай, давай. Мне не терпится. С починкой мы, по-моему, да? Это что такое? Это проблема, я так понял. Желтый голова, да? Нет. Че, почему они мигают желтым? Они какие-то особые? Да ладно, пофигу. Все-таки нокаутировать бы одного. Ла-ла-ла-ла. Ой, блин, я не то нажал. Ну ладно. Сейчас выбери нам соперника. А, вот он наш друг. Печальный друг. Дружочек прям такой. Ну, блин, косолапый, иди сюда. Бойся меня. А, скорость удара у него 14, у меня 9. Понял. А я еще думал, я скоростной. Где у меня тут погромче, погромче. Ну, могут приемы, в принципе, измениться. Возможно. А, гигант. Подрос такой сразу. По-моему. Ага. Приемы, друзья, изменились. По-моему. Ох, неплохо я угружу. Ты падла.
Что-то меня прямо прет сегодня. Давай. Давай, детка. Я знаю, ты будешь нападать. Блин, почему ты блок, мать твою, не делал? Я нажимал. Я нажимал вроде. И сразу гасится. О, красавчик. Тихо, тихо, блядь. Какого хуя? Это я блок нажимал, друзья. Это я блок нажимал, а он руками завертел. Обидно, к сожалению. Обидно так, как, черт побери. А, неудачный бой, но интересный был, кстати. Так, что еще попробовать? Уже 20 минут, да, играем. Играем. Шопились в основном. Сразу же в ремонт его сдавать. Потому что, знаете, проблемы мы огребли тут. Сколько за ремонт? Нормально. По-моему, нам денежек даже подкинули. Тут даже если проиграешь, тебе все равно дают какую-то сумму. Вот. Будем биться. О, ну ты просто зверь, чувак. Ну ладно, пофигу. В общем, у меня удар стал такой же, как у Т-800. То есть он не скачковый такой в этом, скажите мне, в залете, в пролете. Не скачковый по туловищу, а сверху вниз. Бам! Мощный. О, это меня ждали, что ли? Она? Не, подождите, я не мог выйти. Ладно, пофигу. Еще нормально дошли. Я думал, все. Нечаянно на кнопку другую нажал. Так, геймпад. Давай. Подождите, нет, это не я. Это нафиг не я. Меня что-то это напрягает уже. Давай. Ух ты, ё! Ух ты, нафиг. Иди сюда, мой белый хлеб. Ну? Найди его. Не бойся, иди сюда. Ищет оппонента. Давай, 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 давай. 11. В принципе, играбельно. 10, 6, 7, 12. Скоростью парасоте. Сейчас сделаем. Иди сюда, мой белый хлеб. Бляха, муха. Ну-ка. А что-то другое ты можешь делать? О, пиркот, да? Блять, да что ж ты... Вообще, короче, удары ужасные. Не, они нормальные, они в ближнем бою, наверное. А я решил там помериться с ним. Конечно. А вот это вот не я сделал, друзья. Падла, а, блин. Воспользовался. Тут, смотрите, какой скелет классный. А, мне сейчас голову оторвет. Блядь, да иди ты, ёб твою мать. Блядь, ну мудак. У меня просто слов нет на эту фигню. Он начинает тупить. В такое время мне охота геймпад кинуть. Ладно, на сегодня я заканчиваю свою нервотрепку, вот, ну, по крайней мере, живую сталь я буду продолжать играть уже,
потому что по сети это интересней. О, всем спасибо, кто меня смотрел, друзья. Оставайтесь со мной. Подписывайтесь, кому нравится. Лайки ставьте. Всем пока.